На новой волне 2021 года вспомнили Раймонда Паулса, поздравили его с днем рождения и спели песню «Маэстро». И начал эту песню петь Игорь Крутой. У него такой приятный голос. А потом подхватили все артисты, которые стоят на сцене. Сейчас я включу. Это так здорово. У Игоря Крутого очень интересный голос. И подхватили песню подряд артисты Димаш, Сергей Лазарев и все остальные, которые стояли на сцене. Они были в жюри. Это так интересно, это так здорово. Песня вообще бесподобная. Я вообще в восторге от этой песни, а они прекрасно исполнили, поздравили Раймонда Паулса с его юбилеем. И это было прекрасно. Вот еще и тут еще запись тоже так же. Какая песня, апрель. А Игорь Крутой просто прекрасно поет. Я дам ссылку, послушайте. Это так прекрасно. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.